Доброго времени суток, YouTube, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Сегодня я хотел бы сделать маленькую рекламу удивительным людям. Сейчас на ваших экранах вы видите сайт, называется он полностью dirprinter.ru, находится в русской зоне, доменной зоне. И это наши коллеги по офису, то есть буквально через несколько шагов от нас в соседнем офисе эти ребята занимаются своими, в общем-то, инновационными технологиями. Надо сказать, что это вам не Сколково, извиняюсь за выражение, сколько анекдотов про все это, про всю эту историю ходит, распилы и так далее. Ребята занимаются 3D-печатью, то есть изготавливают своими руками, собирают вот такие вот принтеры, причем собирают их с очень высокой степенью качества. Масса у них преимуществ, достоинств. Понятно, что магазины переполнены 3D принтерами из Китая, из Поднебесной. Они маленькие, ненадежные, ломаются, в общем-то, не очень качественные. Здесь учтено масса-масса моментов, в том вплоть до того, что принтеры тяжелые, они, значит, вибрации у них отсутствуют, головка печати какое-то там супер тонкое напыление имеет. Ребята занимаются этим очень профессионально, выкладывают тоже свое видео. Так вот это у них выглядит. Это буквально через офис от нас, через один офис. То есть вот это примеры принтеров, которые непосредственно ребята предлагают к реализации. Указаны области печати 140 на 140, 300 на 300. Ни один китайский принтер в магазине такой области печати не имеет. Вот этот принтер мои сотрудники, я лично сам помогал даже в офис затаскивать к ним. То есть он большой, размером с холодильничек такой приличный, большой. Вот. Область печати у него 300 на 600. Двумя офисами затаскивали этот принтер в помещение. Значит, можно с ними связываться. Мы работаем с ними уже, дай бог памяти, сейчас скажу сколько, лет 15. То есть я знаю их руководителя лет 15. Значит, и коллектив тоже. То есть там девушки, молодые люди. Одним словом, очень все интересно и творчески. У нас на сайте раздел «Информация». Вы можете перейти вот по этой ссылочке. Тут мы отставляем ссылки на те сайты, на тех людей, с которыми нам интересно работать. То есть это не наши контрагенты, это не наши партнеры как таковые, это наши друзья. Вот в частности, перейдя по этой ссылочке, буквально сегодня она появилась, мы с вами попадаем на этот сайт, непосредственно посвященный 3D-печати, 3D-принтерам. Руководитель у них, ну мы друзья, уже много лет, как я уже сказал, то есть 15 лет, наверное, Денис. И вот сегодня я решил показать, может быть, это связано с тем, что таскал вот этот принтер, поднимал затаскивать в офис, и этот принтер меня впечатлил. То есть сегодня буквально тоже общались, он показывал какие-то свои изделия, что может делать его принтер. Это удивительно, ребята, это инновационно, это качественно, и зная Дениса, зная, как работают люди, можно им полностью доверять. Я даже вот на сайте, когда на своем размещал информацию, написал следующее, это искренне. Наши коллеги из соседнего офиса удивительно творческие, несомненно, работоспособные. Они спят в своем офисе, работают по ночам. Ответственные люди, занимающиеся по-настоящему инновационными технологиями. Как я уже сказал, это не Сколково, это не распилы. Работать с ними одно удовольствие. Помощь от них огромная. В разведку с ними пошли бы. То есть дружим офисами, как в одном популярном фильме, да, давайте дружить, значит, семьями, встречное предложение, давайте дружить домами, вот мы дружим офисами. Такие вот вещи ребята делают и отвечают за свои, то есть как мы отвечаем за свои программные продукты, даем им 25-летнюю гарантию, пока живы, пока лаборатория психологического обеспечения работает. Значит, мы поддерживаем свои продукты, своих пользователей и так далее. У Дениса, директора этой фирмы DirPrint, ну, у него тот же самый подход. То есть родственная душа спит и работает. Работа – это его жизнь, жизнь – это его работа, собственно, да, то есть как девиз некий. Получен ряд сертификатов. Я знаю, что там какая-то вообще супер-пупер у него там получена от
Иннопрома от центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге. То есть несколько сертификатов, дипломов и так далее. То есть сертификаты соответствия и так далее. Можно с ними связаться, заказать звонок. Ребят, это да, все мы устали от рекламы, но одно дело, когда Head and Shoulders рекламируют по телевизору, а другое дело, когда вам рекламируют не китайский 3D принтер, за который ребята берут ответственность, которые делают его качественно, это все вот из металла, то есть покрыто какой-то специальной составой, сама головка для печати, область печати, что-то там хитрое у них. В общем, они разрабатывают и собирают супер-пупер вещи, которые в магазине нигде не купишь. Знаете, бренд такой, да, мем, нигде не купишь. Так вот, у Дениса 3D принт можно купить качественный, гораздо более качественный, нежели это можно было бы себе представить где-то в магазине. Это не Китай. Это поистине много вложено, много инновационных моментов, разработок. Собирается все очень профессионально. Более, я знаю, что Денис гордится цифрой на данный момент 174, то есть на данный момент собрано у ним более, его командой собрано более 174 3D принтеров, которые себя хорошо зарекомендовали. Маленькое производство, но гарантия до каждого болтика, до каждого проводочка, до каждой платы и так далее и тому подобные вещи. Доверять можно 100%. Это не рвачи, это люди увлеченные, которые работают ради того, чтобы создать что-то новое, то, что им нравится. Вот, пожалуй, все, о чем я хотел бы вам сегодня рассказать. Надеюсь, вы из заданий просто уважения к нашей работе зайдете на наш сайт, перейдете на сайт Дениса и, соответственно, повысите рейтинг в поиске этого сайта. Просто вот из уважения. Ребятам можно доверять. Мы с ними работаем буквально рука об руку, бок о бок, как говорится. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.